День все любители Dust. Сейчас мы будем смотреть непосредственно, из чего же состоит вот этот юбилейный набор на десятилетие Dust 1947 Gregory the Defector. Сама модель, как мы видим, эпоксидная. Она идет уже сделанная по 3D технологии. Здесь идет еще уже не тот пластик, который был изначально, вот этот жесткий эпоксид, такой как, ну, действительно, уже классических, можно сказать, моделей. Вот мы видим подставку, она на самом деле разбирается. То есть это, в принципе, обыкновенная подставка даст с декоративной вставкой. Вставлять ее тут по-другому не выйдет, кроме как в одном варианте, ну, это если ничего не менять. Ставится она достаточно просто. У нас еще в наборе есть, сразу мне нужно показать, вот две разные головы с открытой пастью и закрытой. Вот тут уже кому как нравится. Не во всех наборах она есть, в некоторых, скажем так, в ранних было, в поздних не всегда попадается. Так, дальше рука. Опять же, легко достаточно отдельно, но это тоже эпоксидный, его можно просто выровнять. Эпоксидное его оружие. Автопушка. Так. Как видите, собирается очень просто. Сейчас мы его немножко закрепим. Покажем, как он выглядит в собранном, хотя и не обработанном виде. Вот, как мы видим, вот он собранный без головы. Берем любую голову, беру попавшуюся. Вставим. Мы еще не клеили, просто и не обрабатывали, просто вставили ее внутрь. А давайте с другой головой, допустим. Я до сих пор даже не знаю, какая голова у него. Мне больше нравится. Конечно, чаще вижу его, наверное, с агрессивным такой оскалом, но тем не менее такая тоже достаточно хорошо ему подходит, и она достаточно суразная. Так, ну вот это и есть юбилейная 10-летняя модель Даста, которая шла вот такой вот лимитной красивой модели для наемников. Ну и будет кроиться.